Я составлю подробный список недоделок. Подождите минуту. Вы уходите? Да. Вы так решили? Не хватает 6 машин. Ладно, на 6 машин меньше. Поверьте, вы делаете большую ошибку. Почему вы это сказали? Почему я это сказал? Я расскажу про чемпионат штата в Питтсбурге. Боже мой! Так вот, был чемпионат. Мы отставали на 16 очков в четвертом периоде. Зрители вставали, уходили, уходили домой, понимаете? Они не увидели величайшую сенсацию в истории турнира. Вы понимаете, о чем речь? Ничуть. Если вы сейчас уйдете, вы упустите великий шанс. Мы готовы работать, Джек. У вас никогда не будет, как на японском заводе, Джек. Да? Вы правы. Только что из того? Вы не добились успеха. Вот как. Чтобы вы знали, я купил одну из первых машин, которые здесь сделали. Одну из самых первых. Думаю, она мне больше не нужна. Вот. Заберите, пожалуйста, ключи. Я, пожалуй, возьму одну из новых. Из тех, которые мы вместе собрали вручную. Ваши люди и мои. Потому что эти машины стоят того. Эти машины дорого стоят. Я горжусь этими машинами. И я возьму одну себе. Джентльмены, я еду домой на новой машине. Знаете, по-моему, машина что надо. Дядя, здесь все, что не соответствует стандартам у этих машин. Солидный список. Хорошая команда. Хорошие люди. Приведи машины в порядок, прежде чем отправлять с завода. Хорошо. Хорошо. Вы мне нравитесь. Мне весело с вами. У меня нет никаких претензий к этим машинам. Вы спятили? Поздравляю! 15 000 машин!